Всем привет, дамы и господа. Скользко на дороге, пипец вообще. Ну что ж, кто не знает, кто впервые на канале, я работаю в Яндекс.Доставке и рассказываю вам полностью, что происходит, какие цены, что везу, куда везу. Всем приятного просмотра. Жду первый заказ. Опа, плюс 110 рублей, долгая поездка. Московская область, территория куда-то там. Ну что ж, заказа первого, километр 300 метров и 5 минут. Там такой целый квест написан, столько всего нужно сделать, столько всего нужно прочитать, и все это внимательно запомнить. Ну ничего, сейчас зайдем, все сверим, все прочитаем и сделаем так, как указано, и заработаем денежек. Тем более это корпоративный заказ без комиссии Яндекса. Супер. Так, я развернулся, и нужно будет чуть левее брать. Сегодня я вышел чисто подработать, не работать. Другие заработки я показываю на втором канале. На него есть ссылка в описании, кому интересно. Так что подписывайтесь туда. Также есть телеграм-канал наш, где мы там обсуждаем все. Есть ссылка в описании. Вы можете зайти, и мы там рассказываем о всяких различных историях, где коэффициенты, где чего, почему и так далее. Все интересно, пользуйтесь. Пока стоим в небольшой пробке на разворот. Нам нужен, как я понимаю, перекресток из магазина в магазин. Да, вот в кассовом перекресток нужно будет зайти. Обязательно сверьте номер заказа со сборщиком. Не забирайте заказ самостоятельно. Положите пакеты так, чтобы продукты не повредились в салоне багажника. При возникновении любых вопросов и сомнений о доставке звоните в поддержку, где вас техподдержка пошлет на 3 буквы, потому что техподдержка в Яндексе самая ужасная из ужасных. Сколько я работал в разных фирмах, но такого я нигде не наблюдал. Это просто мерзко и противно, как относятся они к водителям. Просто. Вот кто согласен со мной, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарий любой об этой техподдержке. Пусть они узнают, сколько нас, сколько мы им желаем счастья и здоровья. Будем так вот говорить, не будем негативничать, ведь больше позитива, меньше негатива, наш девиз. Вот. Так что давайте вместе все это сделаем. И в приложении можно будет посмотреть, что вам должны дать, сколько пакетов, сколько продуктов и так далее. Соль поваваренная, вода, святой источник, 1 литр, хорошо, хоть литр, а не 5. Горох, соль еще одна, масло сливочное, напиток миндальный. Ну, не так уж много, килограммов на 5, может быть, тут есть. Пойдемте в здание и заберем этот пакетик. Продукты я забрал, вот тут вода, там соль. Сок, что-то еще. В общем, так вот. Получил, забрал, готово. И сколько нужно будет вести? 7 минут и 2 километра 600 метров нужно будет его вести. Ну что ж, погнали. Так, вручил посылку, сходил. И за этот заказ 702 рубля. Прелестно, прелестно. Погнали дальше. Поймал заказик. До него ехать тут вообще ерунда, что-то 920 метров и 3 минуты. Очень скользко. Будьте осторожны, когда едете, обязательно соблюдайте правила. Так, моя задача была сегодня выполнить несколько заказов, чтобы набить топливо для бензина, полный бак. Так, дворами я точно не хочу ехать, но он предлагает дворами ехать. Шух-шух-шух. Надо будет все-таки развернуться, таксисту помешать. Почему дворами не хочу ехать? Потому что иногда шлагбаумы встречаются, и Яндекс их не рисует. Мы сейчас посмотрим, потому что там разворот, поворот он показывает. Раз-раз, здесь мы объезжаем. Пищит, конечно, нервы, наверное, кому-то действует, но мне пофигу. Это я не пристегнутый. Не делайте так, пристегивайтесь обязательно, потому что правило дорожного движения превыше всего. Соблюдайте его. Поворачиваем, едем. Пока что все нормально. Двигаемся. Можно чуть-чуть мелкий дрифт потворить.
О, в этой каше даже полицейских лежачих не видно. Ну ничего. Подвеска у моего автомобиля крепкая-прикрепкая. Так, здесь не поворачиваем, проезжаем мимо. Вот, здесь полицейский видно, тормозишь, нифига не тормозит. О, здесь еще один таксист. Тык-тык-тык. Все пытаются объехать. Опа, полицейский. Все, прекратила действовать пищалка. Время закончилось, предупреждение. Так-так-так, ну пока все отлично, никаких шлагбаумов не намечается. Так, дед, осторожней. Да-да-да-да-давай! Я езжу на обычной резине, на липучке, без шипов, без всего. И меня это устраивает, потому что, я думаю, даже шипы никакие не спасут, если вы на корке льда будете тормозить. Ну, многие считают наоборот, кто-то считает так, кто-то считает так, а я считаю вот так. Так, все отлично, выехал на дорогу, здесь мы сейчас быстренько проедем и заберем заказ. Кстати, у этого заказа был повышенный коэффициент, по-моему, я не успел разглядеть, это, по-моему, рублей 600. Сейчас все узнаем. Так, здесь нужно будет повернуть. Поворотник включили, повернули. Опа! Так. Ну и все, тут осталось-то 100 метров, 1 минута. Здрасте. Здравствуйте, вы по доставке? Да. Сейчас коробку-то. Вот такую коробку принесли. Что в ней, не знаю, по правилам сервиса Яндекса нельзя распечатывать и смотреть. Вот такие вот правила. Вести, значит, 21 километр, 1 час и 9 минут. Ну что ж, погнали. Быстренько забежал в этот дом, в этот подъезд на второй этаж и отдал эту посылку. Вручаем и получаем. Спасибо за поездку. 1889. Ну, считай, 1900. Ну, это же офигенно. Ну, просто супер. Согласитесь, за 2 часа 10 минут я заработал почти 2500, там, чуть больше. Круто, я считаю. Сейчас полторашку я залью до полного бака, плюс на покушать мне еще и останется. Супер. Вот. И любой может также выполнять заказы. Любой автомобиль любого года, любого цвета, любые права в любом городе. Просто пишите человеку 8-987-533-06-63. Причем комиссия парка всего 1.5%. Это самая низкая комиссия парка. Везде 3%, 2,5%, есть 2%. Если у вас есть такой парк, то меняйте его. Вот эти проценты вы за полгода, представляете, сколько вы денег сэкономите. И сможете что-то для себя купить интересное. Так что обязательно пользуйтесь и присоединяйтесь к этому парку. Я его нашел, рекомендую вам. Вот. Спасибо за просмотры. Я выйду, конечно же, обязательно на новые заработки. Больше заказов буду показывать. Просто сегодня у меня есть очередные дела, которые нужно в этом году сделать до конца. И выйду, уже буду показывать вам дальнейшие заработки, какие они, что и как. Так что подписывайтесь, ставьте лайк под этим видео. Всем пока-пока.